Десятки неравнодушных собрались на площади у Ангела Мира, чтобы поддержать инициативу главы региона. Напомним, акция проходит в рамках утвержденного комплекса плана мероприятий по улучшению демографической ситуации на 2014-2018 годы. Главной целью марша за жизнь является укрепление семьи и пропаганда семейных ценностей. Так как в акции принимают участие в основном дети и воспитатели, мы обращаемся все-таки к детям, мы стараемся говорить как раз-таки о ценности жизни, о ценности семьи, о ценности родителей. Я второй год веду эту акцию, и по опыту прошлого года хочу сказать, что детям очень нравится. Дети внимательно слушают, дети воспринимают информацию. Ну и как говорят потом педагоги, что они обсуждают это, я думаю, что воспринимают. То есть интересно. Колонна активистов с плакатами и транспарантами проследовала импровизированным маршем до одного из самых душевных и трогательных памятников Десногорска – памятника семье. Расположенный рядом с детской площадкой у храма Стефана Великопермского, бронзовый монумент запечатлел один из самых счастливых моментов жизни семьи, ожидающей появления третьего ребенка. В мероприятии приняли участие представители администрации, духовенства, общественности, ребята из летних оздоровительных лагерей школ города и Дома детского творчества, мамы с колясками. Звучало много слов о важности семейных ценностей, родительском долге и защите детства. Всем присутствующим были вручены маленькие календари с символикой марша. Я с удовольствием принимаю участие в марш за жизнь, так как я хочу дарить людям, я хочу донести свои мысли людям, что нужно беречь людей, что нужно дорожить друг другом и своей семьей, что нужно друг друга любить и уважать. Мы участвуем в этой акции уже не первый год, и сегодня, как и в прошлом году, мы раздавали маленькие календарики как подарки. Десногорск – самый молодой город области не только по дате образования, но и по возрасту населения, но проблема демографии не чужда и ему. Мы все реже создаем семьи и все реже задумываемся о продолжении рода. Именно поэтому так важно донести до окружающих, что проблема существует и ее надо решать. В успехе любого человека огромную роль играет семья. И в большинстве случаев она становится самым ценным подарком судьбы для каждого из нас.